И всем дарбчки, с вами Сбивка, и вы попали на мой ролик. Извиняюсь, что роликов не было 2 недели. Это из-за того, что началась школа. И идей у меня не было. Ну, еще потому, что я ленивая жопа, но это не так важно. Ну, и, ребята, в этом ролике я портирую мод Аготи на Android. И да, ребята, это опять ролик про моды на Android. Потому что, ребята, это самая популярная тема на моем канале. И, ребята, спасибо вам за 700 подписчиков. Поехали! Ну что ж, началось все с того, что мне пришла эта идея в голову. Что же надо для этого сделать? Ну, во-первых, найти файлы самого Аготи, чтобы из них поменять на любого другого персонажа в нас. Я не знаю, как делать через XML файл, я даже не знаю, можно ли это через это сделать. Поэтому, ребята, поиск Аготи у меня был такой. Вы спросите. А дальше у нас была следующая часть нашего плана. Это заменить их на текстуры любого другого персонажа. А будем на текстуры с первой недели. Давайте посмотрим, как я это все делал в таймлапсе. Заменяем, ребята, его мы в файлах игры. Ищем Дэд, нашего персонажа, с помощью ПК-эдитора, как я и показывал в ролике, как сделать мод. Меняем. И мы получаем уже готового персонажа Аготи. Но это еще не все, ведь нам нужно сделать музыку, стрелочки. Ну и, конечно, заимпортировать это все на Android. Давайте, ребята, покажу вам, как я это все делал. Ну вот, ребята, вы примерно поняли, как это все было. И сейчас я вам покажу, как я заменял диалоги и иконки диалога. Поехали! Мамуля, у меня болит живот. Компе сиди поменьше, ты задрот. Причем же здесь компьютерман? Закрой свой рот, а то по жопе дам. Ну вот мы, ребята, и сделали иконки диалогов. Давайте перетащим их во Friday Night Funky. Вот мы его ПК-эдитор. Выбираем, выберите файл АПК. Ищем, ребята, АПК. Ну, это, допустим, у меня уже готовый порт, который я сделал. А все потому, что я записывал отдельно части. Выбираем замена файлов. Ищем ASS. Что там ищу, ребята? Мы ищем папку дата вроде бы, а нет, shared images. И тут надо нам найти папку portrait. Ищем, ребят, того, кого мы хотим заменить. И как вы видели уже по видео, заменяем иконки диалогов на другие. И вот я тут уже заменил. Запустим вот и выбирайте файл, который вам нужен. Ну что же, ребята, переходим дальше.
ребята и, как говорится, заменили иконки диалогов. Ну и сами диалоги мы просто можем переписать. Конечно, даже пишем название персонажей, которые там в версии Restore. А, кстати, ссылка на Restore версию будет в описании. И также на мой мод. Ну что же, ребята, я не буду медлить, поэтому давайте переходим к замене иконок. Так, ребята, я заменил иконки. Я вам показывала в сериях, как сделать мод Friday Night Funkin на Android. Ну что же, мод у нас готов. Давайте сравним оригинал и то, что получилось у нас. 3, 2, 1. Показал в других роликах про мод на Android, как это все сделать. Ну и сегодня вам показал фишки и как это в основном сделать. Ну что же, пора прощаться. Всем удачи, всем пока, с вами был я, Ванёк, и вы были на канале Лёсбишка. Всем пока-пока!